Сирийцам, прибывающим в Турцию морским путем и авиатранспортом, придется заранее получать визу для въезда в страну. Данный визовый режим, о котором было объявлено в конце прошлого года, вступил в силу 8 января. Однако на сухопутной границе продолжится политика открытых дверей. Введение виз, заявляют власти, связано с необходимостью принимать меры в рамках борьбы с незаконной миграцией. Вот мнение представителя неправительственной гуманитарной организации. Иногда нежелательные группы или личности, имеющие преступные намерения, могут проникать в Турцию и Сирию. Такое случается. Поток людей необходимо контролировать. Турция и без того принимает беженцев, иммигрантов из Сирии. С начала кризиса и боевых действий в Сирии в Турцию прибыло более 2 миллионов сирийцев. На их обеспечение и содержание, по некоторым оценкам, Анкара уже потратила около 8 миллиардов долларов. Корреспондент Евроньюс передает из Стамбула. Требование наличия виз для сирийцев, прибывающих в морские порты и аэропорты, обсуждалось в свете борьбы с терроризмом и преступностью. Между тем, сирийцев, которые уже проживают в Турции, новая мера не коснется. Бора Байрактар, Euronews, Стамбул.